Я неоднократно отвечал на этот вопрос. Наша партия определится уже на излете думской кампании. Мы посмотрим, какая общественно-политическая и социально-экономическая ситуация будет в России. Мы посмотрим, на что наша партия сможет рассчитывать. Социология будет нам известна по итогам думской кампании. Думаю, что, возможно, на тот момент еще будет непонятно, кто из двух известных лиц будет баллотироваться на пост президента. Но для нас эта информация будет являться вторичной. Первичны те два фактора, о которых я сказал. И наша партия будет принимать решение, как, в каком формате мы принимаем участие в выборах президента. И кого наша партия будет рекомендовать в качестве кандидата на пост президента.